Привет всем, друзья, и давайте сегодня посмотрим немного индийского кино. Этот трейлер собрал за 9 часов почти 5 миллионов просмотров. Вы просто можете себе представить, это насколько должен быть крутой фильм, чтобы столько собрать вокруг себя фанатов. Погнали смотреть. Balaji Motion Pictures. Half Girlfriend. По-моему, это не экшен, да? Это драма какая-то. Типа, влюбился или что это такое? Надо чуть потише сделать, орёт. Не знаю, по-моему, типа, обычная история любви, нет? Три идиота и два штата. Понимаете, я пытаюсь понять без перевода. Оу. Оу. Знаете, это мне напоминает фильм про этого. Джим Керри. Она типа сказала, что подруга его? Она сказала, что может быть его подругой. Блин, красиво. Все болливудские фильмы, да, они все красивые. Оу. Ну это типа типичная ссора. Ну блин, классно. Не знаю, я посмотрел бы его в переводе именно. Это мега грустная история. Очень много фильмов вспоминаю, когда смотрю этот трейлер. Блин, я бы серьезно посмотрел бы его в переводе именно вот. В российском. Оу! Я... Half Girlfriend. Если вы понимаете смысл, то пишите в комментариях. Окей, только что мы посмотрели этот трейлер, и, честно сказать, в комментариях я не вижу почти ни одного... А, одного вижу русского. Там что-то в комментариях видел. Не знаю, русские почти такое не смотрят. И типа мы, наверное, первые такие, которые просто вот взяли и сделали реакцию на индийский фильм. Прикольно, прикольно выглядит. Суть фильма я отчасти понял. Типа, это... подруга? Он Мэтт Хэв, его так зовут, искал отношения, да? И типа, он нашел девушку, а она оказалась его... Ну, короче, она говорит, я твоя подруга. И такой, окей, что я сейчас только что сказал? Окей, если тебе понравилось видео, не забудь поставить лайк, написать комментарий. Если ты здесь впервые, не забудь подписаться на канал и рассказать обо мне своим друзьям. Ведь это не сложно. До следующего видео, пока.